Всем привет, дорогие друзья! И снова я, к счастью, опять на ногах. Хожу, двигаюсь. Вот, после почти двухмесячной, даже больше, лежания, я вот первый раз сюда приехал, после травмы. Сейчас я вам покажу злое место. Ну, вот, это вот. Лестница, вот оттуда сверху я и упал вот сюда на бетон, на задницу. Если кто еще не видел предыдущей серии, сломал два позвонка. Ну, к счастью, сейчас я в корсете, все нормально, но реабилитация еще продолжается. Но сегодняшний видос, дорогие друзья, не о том. Сегодняшний видос о том, как снести стену и насколько это дорого нынче. Еще раз повторю, вот эта стена, давайте я вам еще раз ее покажу. Значит, начиная вот отсюда, вот эта вот часть ломается, и ломается вот эта часть, вот это, да, чтобы вы понимали, я издалека вам показываю. То есть вот этой стены на входе не должно быть. Так вот, чтобы ее сломать, я уже заплатил 3000 за составление проекта и за согласование с жилищной инспекцией. 3000 я уже отдал. И вот я сегодня забрал документы с администрации города о том, что мне разрешено ломать эту стену. Потому что вот в предыдущих видосах вы, наверное, видели, что приходили тетеньки, которые смотрели, что я буду ломать, как я буду ломать. И что я тут вообще делаю. Вот. Так вот, теперь в продолжении этой темы. Чтобы вот эту стену убрать, значит, я ее сейчас ломаю. Мне уже можно ломать, да? И, типа, пофигу, у меня все соседи, если будут тут возникать, я просто бумагу в нос сую, что у меня есть разрешение, и ломаю. Значит, я ломаю эту стену, и чтобы мне выписать новый техпаспорт на эту квартиру, мне нужно еще создать, сходить в БТИ. Нет, неправильно. Сначала мне нужно сходить в администрацию, взять акты. И по этим актам в 6 мест сходить и подписать эти акты о завершении работ. Акты согласования. То есть они сюда еще раз придут, посмотрят, что я правильно сломал эту стену. И не сломал больше никакую другую. Вот. Затем иду в БТИ, и в БТИ мне нужно новый выписать техпаспорт на эту квартиру, что в этой стене в новом техпаспорте уже не будет. Так вот, чтобы выписать новый техпаспорт, нужно еще 2000 рублей. А чтобы выписать еще техническое задание, которое люди из БТИ придут, померяют все, потому что они утверждают, что якобы общая площадь изменится в этой квартире, значит, нужно еще 3000, итого еще нужно 5 вложить. Я говорю к тому, что я уже 3 вложил, и чтобы мне завершить начатое, чтобы официально все по закону оформить, мне нужно еще 5. Итого получается почти 7500, чтобы по закону, прошу заметить, убрать вот эту стену. 7500. Теперь вопрос. Нужно ли это вообще? Ну, сломал бы я, да, и жил бы. Поставил бы туда гипсокартон, сдвинул бы стену, у меня там будет шкаф встроенный зеркальными дверьками, потому что будет девочка здесь жить. Надо? Ну и жила бы она, потом там дальше видно будет. Либо я бы нашел людей, которые купили бы мне эту квартиру, так как она есть. Либо задним числом это делать. Но факт тот, что сломать стену нынче очень дорого официально. Поэтому люди ломают все по-тихому и живут. Вот такие вот дела. Это я к тому говорю, чтобы те, кто меня смотрят, они знали, что вот такая ситуация. Сколько нужно вложить денег? Это только одна стеночка вот эта. А если квартира здоровая, а если нужно пару стенок сверху сломать? Представляете, сколько это будет стоить? Вот такие вот дела. Так что я реабилитируюсь. Восстанавливаю свое здоровье потихонечку. С
слава богу, ноги ходят на ходу, так сказать. И нужно искать людей, садиться на телефон, обзванивать, кто будет заниматься ремонтом. Так что извиняйте, сегодня опять без движухи, просто поговорим на тему стены. Ну, пока все. Приходите ко мне еще, смотрите меня, потому что я думаю, что будет продолжение, будет движуха. Все. Подписывайтесь, лайки. Всем пока. До свидания.